Более 200 тысяч жителей Ярославской области уже сделали прививку от гриппа. Половина из них – дети. Врачи говорят, в первую очередь на укол обязательно должна прийти так называемая декретированная группа населения. Те, кто, если заболеют гриппом, будет болеть тяжело – это дети, это люди пенсионного возраста, это больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеванием легких, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет. Вот это декретированные группы людей, которые, если они заболеют гриппом, им очень тяжело перенести, и осложнения бывают чаще всего у данной категории лиц. По плану в этом году должно быть привито 317 тысяч человек. В поддержку вакцинации прививку сделал даже руководитель областного департамента здравоохранения Сергей Вундервальд. Мало прививать, смысла нет. Нет того количества привитого населения, которое позволяет остановить эпидемию. Поэтому вот расчетная величина – это порядка 300 тысяч людей должно быть привито. Вот тогда мы ставим барьер по распространению эпидемии. Поэтому вот мы на эту цифру обязательно выйдем. Вакцина для профилактики гриппа поступает в регион бесплатно. Остальные прививки область делает за свой счет. В этом году на разные прививочные кампании заложено 88 миллионов рублей, в том числе на оборудование. Новые холодильные камеры в Ярославле позволяют хранить вакцины в любом объеме. Прививочную кампанию от гриппа завершат в середине декабря. Прививку от гриппа может сделать каждый житель Ярославской области. Достаточно прийти в поликлинику, в которую вы приписаны, и заполнить анкету. Главное, чтобы в момент вакцинации вы были абсолютно здоровы. Захар Акопов, Олег Лушников. День в событиях.